Подписчик да-да-да спрашивает, есть ли ответ на наше обращение по поводу ночных гонщиков. Речь идет, собственно, о тех гонках, которые устраиваются в центре города, на Ленина, на Карла Маркса. Как потом выяснилось, когда мы делали этот сюжет и на проспекте, и в Сипайлово это явление процветает. То есть ночами, где-то около 2 часов ночи, молодые люди на абсолютно каких-то сумасшедших автомобилях, как правило, без глушителей несутся по городу и всех будет. Результат был, но такой, скажем, частичный. Где-то примерно после нашего выпуска 2 или 3 дня на Ленина появилось много-много нарядов полиции. Они действительно останавливали там такие особенно спортивные на вид машины, что-то там проверяли. Ночью 2-3 дня было тихо, потом деятельность ГИБДД свернулась, и все вернулось на круги своя. Причем я вот в пятницу видел своими глазами, что до 11 вечера полиция, значит, здесь была, а потом они собрались, уехали, видимо, домой спать, и где-то к половине первого уже гонщики опять были на трассе и носились тут туда-сюда неустанно. Я говорил в своем выпуске, когда мы об этом упоминали, что нужна система, нужно действительно объяснить этим людям, что, ну, если они хотят так вот быстро где-то ездить, пускай ездят где-то в более отдаленных местах. Не знаю, вот на набережной хорошее место, но сейчас там, говорят, правда, перекрыли проезд. Ну, есть еще какие-то места. Вообще в Уфе нет места, где можно там попытаться погонять на своей машине, если она у тебя очень спортивная и прочее, прочее. То есть никакого трека, никакого отрезка дороги, ничего такого нету, к сожалению.